Жень, пожалуйста, пару комментариев по игре, свои ощущения. Даже не знаю, что сказать. Ну, боролись девчонки, вроде все нормально было. Были моменты, когда могли дожать. Чувствовалось, особенно в первой игре, что вот если сейчас забьем, то все нормально будет. Но не получилось. Много моментов было, не реализовали. Что, на твой взгляд, помешало дожать сегодня? Честно говоря, не знаю. Думаю, это психологически, может, какой-то момент. На самом деле, разговаривали вчера перед второй игрой. Вроде с хорошим настроем все. Ну, не задалось. Вот, честно, не знаю, почему. То есть, ну, так вот сразу сложно, да, определить, что могло помешать? Ну, я думаю, это множество факторов. Не один точно. Вот... Как бы есть понимание, да, что самый вероятный противник на плей-офф на данный момент? Было ощущение репетиции, скажем так? Ну, я думаю, конечно, все понимали, что важно сейчас чисто психологически выиграть, чтобы потом на плей-офф выйти было легче. Вот. Плохо, что так сложилось, конечно. В чем сложность «Динамо» Невы как соперника? Они хорошо держат шайбу, распоряжаются, быстро принимают решения. В целом, быстрая команда очень. Вот, это их плюс, я думаю. И смотри, если, грубо говоря, представим, что завтра плей-офф, вы встречаетесь с «Динамо» Невой, что бы лично ты поменяла в игре? Ой, ну, не знаю даже, что прям завтра выходить. Да ну, странно что-то вот менять, если честно. Наверное, больше от простоты сыграть как-то, сохранить шайбу по борту. Как, ну, так, наверное, какие-то общие вещи. Сложно как-то определить одно и то же. Хорошо, большое спасибо. Тогда не будем тебя больше мучить.